Криминальные темы на этой неделе обсуждали больше всего. Во время пьяных посиделок ангарачанин по имени Сергей расправился со своими собутыльниками с помощью лопаты и вилки. Конфликт у мужчин произошел из-за некой Татьяны, которая вместе с ними распивала разведенный спирт. Прекрасная дама не пострадала, ей удалось бежать от своего буйного поклонника. А вот пользователи нашего сайта в обсуждении этой криминальной драмы провели аналогию с одним из произведений Пушкина. Почти Евгений Онегин. Итак, она звалась Татьяной. В роли Онегина Сергей, села Средний, Муя. В роли несчастного Ленского, убиенный лопатой, Больший Серега и второй собутыльник, имя которого так и осталось неизвестным. А вообще печально, господа, что в Ангарске имеют место быть вот такие вот дуэли. Причем случаются они часто. Для Ангарска это не редкость, к сожалению. Представляете, когда человек неделями пьет всякий суррогат, что происходит в сознании? И мадам это, видимо, под стать кавалерам. Нормальная баба не согласилась бы даже по улице идти с этими алкашами. Тема капитальных ремонтов по-прежнему не теряет своей актуальности. Теперь недоразумения возникли по поводу завышенных смет на выполнение работ. Цены в них выросли на сотни тысяч рублей. Пересмотр смет собственники добились благодаря одному из местных депутатов. А вот посетители нашего сайта возмутились, почему остальные народные избранники остались в стороне от злободневной темы. Хорошая идея с образованием населения в такой сложной сфере, как ЖКХ. Только вот почему-то это инициатива частного лица, пусть и депутата, а не муниципальных властей. Что администрация Ангарска, что ОМО остались в стороне от этого вопроса. Видимо, их устраивает ситуация в этой сфере. Как говорится, рыбку легче ловить в мутной воде. А кто эти сметы составляет-то? Наши любимые ЖЭКи и здесь продолжают наживаться на амебообразных собственниках, составляя заявки на капремонт и внося туда перечень необходимых работ и средств. Ангарская семья отравилась соленым салом. Деликатес в сыром виде приобрели на одном из городских рынков, а вот посолили самостоятельно, в домашних условиях. Роспотребнадзор провел экспертизу. В сале обнаружили бактерии сальмонеллы. Как выяснилось, пользователи нашего сайта знают, как избежать отравления. Ну, как всегда в нашей стране. Суету навели, а кто виноват и что делать, не сказали. Столько инстанций проверяли и так и не выяснили, откуда бактерии взялись в сале. В общем, выход один – питаться овощами. Да здравствует вегетарианство! В этой цепочке из ветлаборатории фирмы продавца и покупательницы, которая посолила сало по своему фирменному рецепту, теперь уже очень трудно определить, когда именно в этот деликатес попали бактерии сальмонеллы. Так что внимательнее, товарищи, относитесь к своему желудку. www.actistv.ru – адрес нашего сайта. Заходите, просматривайте сюжеты и оставляйте свои комментарии. Самые интересные получат пропуск в эфир и их увидят тысячи телезрителей. Елена Мильвит, местное время.